Добрый день! Пускай вас не удивляет, но в наше время до сих пор существуют разного рода мастера боевых искусств, которые показывают откровенную дичь. И более того, имеют учеников, которые платят им деньги за эти тайные знания джедаев. Как правило, на такие занятия приходят субтильные мальчики, которые хотят научиться драться как Брюс Ли, но при этом очень не хотят получать по лицу в процессе тренировок. В этом видео мы познакомимся с самыми смешными мастерами смертельных стилей. И начнем мы с этого мастера ниндзи, который показывает, как обезоруживать противника в три шага. Шаг первый. Просим противника бежать на тебя с палочкой и ничего больше не делать. Шаг второй. Просто отбираем палочку у несопротивляющегося противника. Шаг третий. Берем за этот бесценный урок по самообороне деньги с учеников. Вот так вот. Вот так вот. Правда, непонятно, кто будет вот так бежать на нас с палочкой в руке. А если это имитация меча, то и с мечом вряд ли на вас кто-то нападет в 21 веке. Ну а если и нападет, то таким образом вы никак не обезоружите противника, ведь за лезвие летящего в вас меча схватиться не выйдет. А этого фокусника зовут Джеффри Педер. И это тот еще затейник. The weight of the gun helps the shooto work a lot better. Это что вообще такое? При каких обстоятельствах вы можете стоять с бревном в руках против чувака с палкой или мечом? А здесь у нас редкие кадры. Мастер-ниндзя показывает способность, внимания к левитации. То есть он утверждает, что с помощью вхождения в боевой транс он может нарушить законы физики. Смотрите внимательно. А вот еще один мощнейший мастер, чьи противники разлетаются как щепки лишь от дуновения ветра. А здесь у нас самый настоящий бесконтактный бой в стиле Дарт Вейдера. We'll be right back.
Гляньте на этого дедулю. Одним толчком своей старой руки он производит мощнейшее воздействие на внутренние органы своих противников. И, как видите, никто не может устоять на ногах. А здесь у нас мастер смертельных точек. Он утверждает, что способен вырубить человека лишь одним легким касанием в определенные секретные точки. А здесь, видимо, учитель Джона Уика, который не только обладает внушительной мышечной массой в 65 кг, но еще и знает различные приемы обезоруживания. А тут его друг, который обучает любого желающего секретному стилю. И как мы можем наблюдать, это очень интересные и эффективные упражнения. А это называется искусство боя на земле. Мастер обучает тому, как с помощью биты обороняться, даже не вставая с дивана. Ну и на сладенькое вспомним нашего любимчика Мишку Рябко, который, как обычно, радует нас своими секретными приемами спецназа, о которых в спецназе никто никогда даже и не знал. Посмотрите другие видео на нашем канале. Также скоро выйдут новые ролики, так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.